Отличненько. Кофеек. И наши. Блин, или все-таки напорол. Надо было написать Perl 4. Забыл, какая модель. Ну, шут бы с ним. Только что наша доблестная почта России в лице веселого курьера, которая прождала здесь 10 утра, так как у них нет времени точного приезда. Они пишут, мы работаем с 10 до 4, ждите в течение этого времени. Но надо отметить, зато в этот раз коробка дошла целая. Прошлый, как вы помните, была так наполовину смята. Наполовину длинны. Е-е-е, бумажечки. Больше бумажечек. Дофигища бумажек. И все. Просто куча бумажечек. Камера практически единственная в своем роде, потому что если, например, на какой-нибудь Olympus Trip или Olympus 35 RC есть куча как бы аналогичных камер, Canon, Konica, Sony, Nikon, Minolta, Sony не считается, Sony не было, вот, то камеру такого типа, а именно складную клап-камеру 645 формата, я увидел только один раз. При всех моих поисках других вариантов я просто не нашел. Только перлы. Их было выпущено, по-моему, 4 вида, с 1 по 4. Если первые два. Хотя нет, первые два тоже были очень хорошими, просто перемоточка у них была вот здесь немножечко дурацкая. В чехольчике, в родном. Ребята, вот если что, это среднеформатная камера. А вот это смена, узкий формат. А вот это советский FED, большой формат. Повторюсь, вот это среднеформатная камера на 120-ю пленку. Батюлю, еще так сказать. Я думаю, теперь можно не пояснять, почему я так запал на эту игрушечку. Так. Сразу открутим крепежное. Крепежную игрушку. Кстати, современный штатив без всяких переходников. Та-дам! Только посмотрите на эту прелесть. А также на чехольчик, оклеенный изнутри мягкой бархоткой. Ребята, это все камера. Это вся камера, да, среднего формата. Ну-ка. Оп. Прелестно. Так. Открывашечка тут как у смены. Пожалуйста. Сразу отметим, что это 645 формат. То есть пленочка тут будет. Шесть на 4,5. Я пока вставлю отстрелянный рекорд. Так сказать, как имитатор.
Ну-ка. Отстрел идет в верхней части, а не в нижней. Как забавно. На первых двух перлах отжимались именно нижние катушечки. Тут верхняя. Так. Ну-ка. Ничего лишнего. Прям вот идеально. Счетчик кадров. Я так понимаю, он отрегулирован под нарастающую толщину пленки, чтобы не было перебегов. Там видно окошечко с циферками. 8. Должно быть 16. 645 вмещает на широкой пленке. 16 кадров вместо 12, как у квадратного. 6 на 6. Все, пожалуйста. И мы в положении свободно закручивать катушечку. Открываем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, тут понятно, что уже катушка доматывается. Все ее намотаю и проверим заодно стартовые линии. И проверим заодно, как у нас катушечка вынимается. Катушечка у нас, скорее всего, вынимается так же, как и в первом случае, да. Надавливанием на переднюю часть. Тут небольшой косяк, потому что как бы... Ну, то, что косяк. Но для извлечения вам понадобится какой-то инструмент. Типа острия ножа. Но, в общем-то, все отлично. Ну, даже ногти справляются. Хотя лучше, конечно, чем-нибудь. Так посмотрите, насколько, мать его, это просто. Вот... Есть дурацкое высказывание, что все гениально и просто, на самом деле. Теория относительности с этим не согласна. Или квантовая механика. Ни хера там не просто. Но, тем не менее, в том, что касается работы камер, теперь посмотрим спереди. Ух ты, человек даже не поленился прислать мне защитный фильтр, что ли? Или я сейчас выкручиваю переднюю линзу? Нет, это защитный фильтр, представьте, какая прелесть. Родной, с гравировочкой. Волкс, блин, я не прочитаю. Это... Насколько я понимаю, просто нейтральный фильтр, потому что я видел такие же фильтры, еще желтенькие пленочные. Но желтенькие пленочные нам сейчас не актуально. Но черт возьми. Да, сейчас снова будет минутка восхищения техникой. Она дальномерная. Совмещенный дальномер. Здесь у нас такая небольшая памятка. Типа, чтобы не забыть, что ты туда загрузил. 100, 200, 300, 400. 200, 400 нет, ну ладно, как бы. Перл 3, я не ошибся, потому что я долгое время выбирал между третьим и четвертым. Четвертый был под небольшой ремонт, но как бы он чуть по-другому выглядит. Заметьте, механизм складывания
Два удобных рычажка, блядь. Под пальцы, сука, два удобных рычажка. Вместо того, чтобы защемлять себе, блин, пальцы, подобной же херней на Москве, например. Оп. Камера здесь. Вот это, кстати, не кнопка спуска, это кнопка раскладывания. Оп, она открывает замочек. А кнопка спуска вот, под левую руку, под большой палец. На четвертой модели все перенесено на эту сторону, поэтому она под правую руку большого пальца. Вот. Наведение на резкость. Гардеробочка в футах. Ну, в общем-то, для меня не проблема. В футах я привык считать еще со школьной скамьи. После чтения Жюль Верна, которого добрые, хорошие люди не стали переводить на метрическую систему, можно было читать, так сказать, в оригинале. Ну и затворчик, взвод, диафрагма. Так, сейчас я соображу. Система немножечко странно работает. Надо соображать, что к чему. Сейчас не все так просто. А, тут снова выдержки. У нас снова работа с экспопарой. То есть вы выставляете экспопару, после чего вот она. Выбираете их относительное значение. Отдельно вы выбираете диафрагму, вот так вот, отдельно вы выбираете выдержку, а вот здесь они намертво связываются вот этим. Вы можете крутить, соответственно, как бы одно с другим. Ну, на самом деле удобно. Выдержка до 1/500, что прелесть, в центральном затворе. Вот рычажок диафрагмы вращает вот это колесико. Вот. Причем даже... А, тут даже по четверти стопа диафрагма отбивает. Это прелестно. Не придется на глаз подбирать. Вот, выдержка, естественно, подбирает... Выдержка очень прям рвется. А, этот рычажок синхронизации спуска, точнее синхронизации вспышки. MPX. Под медленные лампы, под быстрые лампы. АМ я не помню. Вот, тросик сюда не предназначен, ну и слава богу. Зато можно при желании работать со вспышками. Не то, чтобы я этого хотел, но тем не менее так. Ну и спуск. Проверяем. Так, я взвел вообще систему. Он теперь взвел. Раз. А теперь еще раз на звук. Вот это весь звук срабатывающего фотоаппарата. В чем как бы плюс... Центральных затворов, несомненно, это вот в этом вот. Все это весь звук. Никаких грохотов, никаких зеркал, никаких прочих деталек. Фотоаппарат рассчитан на очень-очень-очень быструю работу. То есть вы буквально открыли, выставили все, что вам надо, взвели, сделали снимок. Причем он именно рассчитан на то, чтобы вот прям вот выставили здесь, и потом тут же сложили. Настолько он так вот, что я забываю. Так что здесь всегда надо выставлять объектив на бесконечность. Все, вот эта малышка среднего формата. Прелесть. Брал я его исключительно под уличные портреты, потому что под серьезный проект у меня
есть салют. Вот. Надо посмотреть только вот крепление вот этой точечки, почему оно так болтается. Не должен настолько болтаться. Может быть, там просто где-то ослаб винтик. Угу, ну, два винтика ослабли, их надо будет сейчас подкрутить. Видимо, продававший человек даже как бы просто взял его из запасников, не проводя профилактику. Ну-ка, вот все, счетчик теперь сидит четко, не болтается. И можно снова им работать. А, так, никто ничего не спрашивал. Елена Няк, да, прекраснейшая камера. Вот, блин, вот просто из-за няшности. Серия Перл. Не знаю, говорят, что никто так больше не выпустил такой вариант. То есть 645, 6 на 4,5 кадра. Вот. В таком корпусе, в клаповом варианте. Вот, не знаю. Конечно, стоит, теперь надо зарядить тестовую пленку, отщелкать тестовые снимки. Вот. Что у нас тут еще красивого? Объективчик. Кониши. Року. Японцы. Хексар. Я так понимаю, что это либо родная, либо переделанная схема Тессара. Просто как бы изменено название в рекламных, так сказать, в антимонопольных целях. Чтобы их не прижали. Лепесточки черненые. Диафрагму сейчас я попробую посмотреть, сколько там лепесточков. Наверное, попробуем сзади. Диафрагма, правда, не очень многолепестная. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лепестков на диафрагме. Ну, в принципе, как бы, ребята, мы тут, да, не на Таир 3 снимаем. Вот. Обратно защищающее стеклышко. Прям ребята заморочились. На самом деле это очень прикольно, потому что можно поискать. Ах ты ж ёшкин. 20-30 миллиметров. И скорее всего оно дюймовый какой-нибудь резьбы. Но можно попробовать поискать на него прям родной полярик какой-нибудь. Ну, не родной в смысле, но полярик, который сюда подойдет. Потому что на большинстве клап-камер резьбы спереди нет. И фиг ты какой фильтр поставишь при желании. Опять же, есть к нему родные фильтры, цветные всякие. Ну, в общем, по большей части я им не пользуюсь. С мульти. Да, всегда проверять. С мульти бумагами это особо не нужно. Все, чуть-чуть оттереть его. Тут кое-где как бы следы потасканности жизнью. И можно пользоваться. Он прекрасен. Пыль у него все-таки изнутри. Ну-ка. Иногда такой финт проходит, иногда нет. Нет, не проходит, не хочу его уродовать разборкой. Ну, поэтому просто аккуратно все протрем. Ну, в смысле, как бы в идеале, да, надо было бы
снять и там ля-ля-ля протереть стеклышки еще и изнутри. Но мы просто надышим на них спирту, так сказать, нанесение методом надыха. И протрем дальномер прям так. Идеально. Опять оп. Отличнейший механизм. Приятнейшее все. Завидуйте мне. Вот еще вот из этого вот этой кучи всего обратно попытаться собрать рабочий объектив. С починкой диафрагмы. Все, пожалуй, всем спасибо, все свободны. Малышка остается греть мне руки.